Приветствую вас на канале Фермер ТВ. Мы продолжаем серию публикаций с выставки ЮКАГРА. Сегодня мы зададим самый животрепещущий вопрос относительно поставок минеральных удобрений на стенде компании Еврохим. Анатолий Николаевич, расскажите о приоритетных направлениях в развитии компании Еврохим на сегодняшний день. Приоритетными направлениями развития нашей компании является, безусловно, по указанию нашему президента, это прежде всего обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Для нас выставка является очень важным мероприятием. Мы с нетерпением ее ждем каждый год. Это уникальная возможность встретиться на платформе, на нашей площадке с привлечением громадного количества узких специалистов. Показываем наиболее эффективные и правильные системы минерального питания растений при выращивании различных сельскохозяйственных культур, которые в условиях нашего непростого времени позволяют сельхозтоваропроизводителям максимально эффективно использовать каждый рубль, потраченный в минеральные удобрения. Для нас, чем ближе ты находишься к клиенту, тем быстрее получается реакция. Поэтому для нас именно клиентские центры в основных зонах выращивания основных сельскохозяйственных культур в зонах высокой культуры земледелия являются приоритетными. Недостаточно просто применить удобрения. Нужно понимать, в какое время, что и в какой дозировке вносить. И для этого нужен, что, Мария, для этого нужно? Для этого нужен агрохимический сервис, который предоставляет компания Еврохим. У нас есть штат агрономов и лаборатория, которая может сделать весь необходимый комплекс агрохимических анализов, которые будут основой для разработки рекомендаций. Сделав такой анализ, агрономы могут дать четкую рекомендацию, где, когда, сколько и каких продуктов необходимо вносить для того, чтобы получить необходимый урожай желаемого качества. Про лабораторию хочется отдельно отметить, потому что в этом году она прошла полную модернизацию. Наша собственная агрохимическая лаборатория сейчас расположена в Краснодарском крае, в нашем домашнем регионе. И сейчас мы готовы предлагать весь спектр агрохимических анализов нашим потребителям в крае, от мелких хозяйств до крупных холдингов. Можно произвести отбор самостоятельно образцов, а можно заказать его у наших специалистов. Это очень важный момент. Мы ввели услугу, которая доступна любому человеку. Если у вас совершенно небольшое хозяйство, или вы только начинаете заниматься сельским хозяйством, приобретя какой-то небольшой надел земли, вы можете самостоятельно отобрать почву по нашей инструкции, сдать ее на базе нашего агрохимического центра. Мы сделаем анализ в лаборатории, и наши агрономы дадут полную агрохимическую рекомендацию. То есть мы не просто отдадим бумажку, на которой написаны какие-то результаты. Мы поясним, что значит, и дадим также рекомендации под те культуры, которые вы выращиваете. Получив эти рекомендации, наш потребитель будет точно знать, какая программа минерального питания даст ему максимальный результат. В компании «Еврохим» в этом году стартует новый проект. Мы развиваем розничную сеть. В Краснодарском крае, как в нашем домашнем регионе, компания «Еврохим» представляет два клиентских центра – Старовеличковская и город Услабинск. Мы с радостью ждем наших мелких фермеров, мелкий сегмент для приобретения необходимой продукции в наших клиентских центрах. Здесь вы можете приобрести любую продукцию, начиная от основных удобрений, заканчивая водорастворимыми. Большая линейка водорастворимых, таких как «Аквалис», и монопродуктов. Аммиачную селитру, карбамид, это все есть в доступной фасовке, мелкой фасовке, очень удобно для мелкого розничного сегмента. В наших клиентских центрах вы можете приобрести интересующую вас продукцию как за наличный, так и безналичный расчет по эквайрингу. Все очень просто, все для вас. На наших клиентских центрах вы можете получить профессиональную агрономическую консультацию. И по вашим потребностям агрономы вам составят схемы питания, по которым вы здесь же на месте можете приобрести необходимые продукты. Не надо никуда ездить, все есть в одном месте. В тех областях, где не представлены наши клиентские центры, нет нашего присутствия, вы точно так же можете приобрести у наших дистрибьюторов интересующую продукцию нашего производства.